Ну, с окна было лучше видно. То есть вот наше здание. Да. Блин, отсюда. Ну пошли, да, дальше подойдем сейчас. Мама, у нас там что-то летит. Сейчас просто. Слышно звук? И грибок такой. Со всех сторон. Еще летит. Вот, слева. Сбивают, сбили. Вон еще наверху. Вон еще. Ёб твою мать, блядь. Справа, слева, везде, ёб. Вон, блин, на залив. Ахуй. Вон залив подорвали, залив. По заливу ебашь, блядь. Ты смотри, какой звук. Оно по кругу, оно везде. Еб. Да, ты посмотри. Слышь, там их здание не вариант находиться, нас если что завалит нахер. Ёпта! Я дико извиняюсь за нецензурную лексику. Да? Короче, мам, походу вот таким образом. Вон мост весь летится нахуй. Весь мост, весь, смотри. Короче, мам, походу вот так я буду сейчас за свои косяки отвечать, да? Ладно, немного это черного юмора. Понял? Это кара. Оно до сих пор стреляет, до сих пор. Вон, смотри, залив. Да. Залив горит. О. Охереть, я только недавно думал, когда же в него прилетит. Теперь у нас точно в понедельник практики не будет. Теперь точно не будет. Охереть. Ура. Короче, вот такие дела. Да, блин, вот он, смотри, он охренеть как дымится, он охренеть как горит. Вон завод. Вон залив, да, тоже что-то. Блин. Ну вот сюда хотя бы не попали и зашибись.